Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами болталочка с моей любимой тарелочкой ассорти. Залипание будем снимать тоже ассорти. Вот здесь у меня разные, так сказать, хрустяшки. Что под руку попадется, тем мы будем снимать. И мокрый у меня последний кусочек строймата. Я его замочила. Он у меня отмокает, так сказать. Расскажу, где пропадала, как у меня дела и почему я редко сейчас снимаю болталки. Так, ну давайте начнем. С чего начнем? Ой, меня просили голубую узбечку, давайте с нее и начнем. Голубой узбечки. Как вы знаете, я пропивала железо, начала пить железо, потому что у меня было очень частое желание погрызть. И когда у меня возникает такое желание, что мне хочется постоянно погрызть, я пью железо. Вкус такой насыщенный, сливочный, земельный, солененько. После приема железа у меня тяга, скажу так, на 70% исчезла. Я не грызла. Я такой человек, если мне хочется, я погрызу, не хочется, я не буду грызть. Но совсем тяга, она не пропала. То есть мне сегодня очень захотелось похрустеть спустя 3 недели. Когда мне хочется хрустеть, я снимаю обзоры и болталки. То есть я себя не заставляю. Все по желанию. Очень соскучилась. Последний кусочек у меня аметиста. Похрустим сейчас с вами. По поводу канала, все остается на прежнем уровне. Будут видео, пока не обещаю, что будет каждый день, через два. Прям как горсть пыли. Так, чтобы кусануть, туркестанчика хочу, двойка белый, очень похож, ну, сейчас попробуем. Угу.
Сейчас ко мне едет большой заказ. Заказ делала у принцессы Милоежки. Распаковку буду делать с вами в прямом эфире. Очень соскучилась, прям очень насыщенные вкусы, прям очень. Вот будьте аккуратнее с Туркестаном, видите камни? Камушек. И таким камушком можно навредить, чтобы все грызануть. Так. Туркестан плитки, если мне память не изменяет. А так у меня все хорошо, все по-прежнему. Сейчас дела маленько подраскидалась. Как появляется свободное время, я сразу снимать сажусь. Вот не умею я откусывать большим куском, чтобы был большой хруст. Мне крайне неудобно. Я переживаю за свои зубы. Скоро на канале будет много чистки, много, так сказать, колки. Последний кусочек ЖТСА и чернослива. Прям очень его экономлю. Очень насыщенный вкус мокрой земли после дождя. Прям чернозем. Очень твердый. Прям очень. Это мои палочки ассорти. Это не помню. Я приняла для себя решение, что раз в 3 месяца, в 3-4 месяца я буду делать небольшие перерывы. Так, хочу мокрый строймат. Вот здесь он в тарелочке. Сбить вкус и залипание чернослива. Чтобы еще нам грызануть. Так, это дюшес. Мне
Аня присылала. Есть распаковка на канале. Давайте его кусанем. Интересный очень вкус. Вкус подвала и вкус трав. Легкий вкус сырости. А я сегодня мало разговариваю, потому что мне так хочется похрустеть. Вот арахис безмозжно залипает, но он у меня лежал на свежем воздухе. У него сейчас такой обалденный вкус свежести. А залипает, конечно, просто капец. Чем бы. Белое облачко. Сейчас мы им будем снимать залипание. Мне тут написали, типа, вы последнее время только по мелу. Нет, ребят, но нужно же снимать обзоры на те сорта, которые я не пробовала. Вот. То, что у меня было, я попробовала. То, что попало в список моих фаворитов, я заказала, но там есть еще и новинки. То, что у меня были обзоры на сорта от принцессы Милоежки. И вообще, одно... Понимаете, когда ты долго-долго грызешь такие сорта... Иногда, ну это лично у меня, я за себя говорю, у меня наступает перенасыщение, мне нужна передышка. И белые хрустяшки, они помогают как бы утолить немного желания погрызть. Ну иногда вот правда устаешь от жирных залипучих сортов, хочется что-то сухого и хрустящего. Белое облачко, обалденный сорт. В меру плотный, откусывается несложно. У него классный вкус. А вообще я человек настроения. Сегодня мне вот хочется этого, завтра мне хочется того. Я себя никогда не заставляю, я все делаю всегда по желанию. Давно, прилично давно я не грызла Астану. Это Астана двоечка. Все-таки единичка мне нравится больше.
Так, это, по-моему, единичка. Все накидала сюда. Заказы таких вкусняшек будут, но чуть попозже. А все классно в Астане, но, блин, прилипает. Подотвыкла я от этого залипания. Все сильно ощущаем. Розовая любимица моя. Так что все ваши любимые рубрики и болталки, и обзоры, и чистки, и колки, все это будет. Не переживайте. Вижу опал. Опал. Кстати, опалом очень хорошо снимать залипание. К нам сейчас надвигается жара. Так что моя посылочка быстро просохнет. И что же мне хочется? Давайте мою палочку грызанем. Смотрите, какая получилась. Здесь сейчас полное ассорти. Все, что у меня была крошка. Но крошка у меня еще есть. И глиняная, и меловая. Так что скоро будем с вами тоже лепить. Ее нужно, как бы, пока у нас встает жара, мне ее нужно слепить. Заодно освободить контейнеры и высушить. Хорошо получились. Слегка-слегка солененькие. Чувствую голубую узбечку. Вкусненькие. Ну, очень похож на Туркестан классик. Друзья мои, еще раз хочу сказать по поводу контакта. Я не добавляю на личную страницу, я добавляю только в группу.
только в группу добавляю. Так что ссылочку оставлю в первом комментарии закрепленном. Туркестан классик, прям пыльно-земельный. Не знаю даже, что это, но что-то легкое. Мотылек, походу. Сейчас будем пробовать. Угу. Суховат. В последнее время очень часто начали спрашивать, а где заказать. Ребят, на моем канале очень много распаковок от разных продавцов. Заходите, все ссылки есть под видео с распаковками. Милочка, вот такая вот шоколадочка тоненькая, прям очень хочу ее погрызть. Милка. А мне тут прилетел один комментарий, я бы хотела на него сейчас ответить. Мне написала дама. Вот. Ты сейчас тоже уйдешь, убежишь. Типа, все вы одинаковые, кого она имела в виду, я не знаю. Типа, все вот тут ради бабла. Ну и много других грязных вещей. Хочу ответить таким же людям. Не дождетесь, чтобы я ушла. А в ближайшие 3-5 лет этого точно не будет. Даже если вдруг у меня отобьет желание грызть, я найду, что снимать. Бросать грызть я не хочу. Закрывать канал и прощаться по 100 раз я не буду. Солнечная. Так что те, кто ждет, не дождется, когда же будет закрыт канал, не дождетесь, дорогие мои. Вот серьезно говорю. Не дождетесь. Я не доставлю вам такого удовольствия. Нравится вам, не нравится. Но так оно и будет. Сейчас мы снимем залипашку Губкиным.
Прям в последнее время очень понравились мягкие сорта. То, что мои видео начали выходить не каждый день, это не потому, что там что-то где-то как-то, что мне что-то там отключили, что-то не это, нет. Потому что лето, огород, дети, семья, извините меня, у меня время не резиновое. Я снимаю сейчас по возможности, я об этом уже говорила. О, сарги, мой любимый сорт, погрызем сейчас. Я вам говорила уже, что летом я загружена слегка. Бывает, уезжаем с утра, приезжаем поздно вечером. С огорода. Я уставшая. Когда я уставшая, мне ничего не хочется. Моя любимица уйгурская серая. Если успею на распродажу. У Софии сейчас большая распродажа идет. То сделаю заказ. Жду зарплату. Белая плитка. А тут что у нас такое? А чернослив в Киргизии. Потому что не ищите подвох, дорогие мои. Много свободного времени у меня зимой. Летом нет. Кому я нравлюсь, тот, как говорится, подождет. А кому не нравлюсь, я никого не держу здесь. Все. Пока пошиться хочется прям. Видео разделю на два раза. Реально соскучилась, хочется погрызть, но видео будет длинным. Так что на этом первая часть закончена. Увидимся во второй.